Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем проходить с вами игру, которая называется «Детективное агентство Серый Галстук», коллекционное издание. И сегодня, наверное, мы закончим с этой игрой, потому что не так, в принципе, много-то и осталось уровней. То есть вот это у нас все последнее. Давайте попробуем тогда все сегодня и закончить. Итак, что нам говорит наш детектив? Рынок обычно это самое криминальное место, здесь легко спрятаться, здесь совершается множество преступлений. Хорошо. Так, нам нужно... нам нужно теперь расставить все по своим местам. Окей. Так, денежку. А кому мы денежку, наверное, продадим? Нет? Весы. Так, это что такое? Это чем... Вот так надо накрыть. А куда деньги? Куда деньги-то положить? Так. Подождите, тут должен быть... О, енота нашли. Рацию, наверное, полицейскому или это охранник. А деньги надо дать на... Блин, а куда? На весы? Нет, подождите. А, во, кошелек же. Вот. Мужик держит кошелек. Мы ему денежку. Далее. Так. Шляпа ведьмы. Курительная трубка. Есть. Перец чили. Перец чили. Сейчас мы найдем. Раз перец чили. Два перец чили. Так, а тут у нас что? Три. Гарлик. Гарлик, насколько я помню, это чеснок. Так, а тут ложечка у нас еще есть. Бантик. Так, дальше. Джем. Джем вижу. Буковка М. Вижу. Книга. Вижу. Чеснок, кто не... Вот он, чеснок у нас. Скрю, это, по-моему, я не помню. Скрю, это у нас что? Это отвертка? Это винт какой-то. Так, значит, нам нужно лук-порей. Лук-порей, блин. Вот он. Дальше. Лома и берега, ветчина. Вот она. Так, брум. Метла. Отлично. Портативный стул у нас есть. И у нас осталось сыр, оружие. А где мы? Тут оружие можем... Так, вот тут что-то есть у нас. Тут у нас вот болт. И получается, нам осталось только оружие найти. Вот. Все, замечательно. Этот уровень мы с вами прошли. Так, теперь дамочка что нам расскажет? Мы вряд ли найдем здесь безликого, но можем поискать информацию об украденном предмете. Ну, хорошо. Трейн. О, енота сразу берем. Трейн. Так, поезд. Радио. Радио. Есть. Тут у нас что? Улитка. Дальше. В глобусе у нас лупа. Метроном. Так, сэндвич. Кто-нибудь видит сэндвич тут? Так, а что у нас еще тут есть? Сигара, что ли, теперь? Так, дальше смотрим. Так, какой-то свиток мы нашли. Ноутбук. Так, перчатки. Орел. Что нам еще тут нужно? Африка. А, подождите, Африка. Я же видел тут Африку прямо на глобусе. Нашли. Дальше. Нам нужен сэндвич, блокнот, скрепка для бумаг, лестница, цветок в горшке. А где же это все найти? Так, лестницу вижу. Сэндвич вижу. Буковку Н. Так, тут у нас что? Вот буковка Н. Так, скрепка. Есть. Блокнот. Вот это... Так, мы что-то тут... О, что-то мы можем взять. А куда это? А куда это надо? Так, документ. Какой-то журнал. И тут что у нас написано? Найден самый редкий минерал в мире. Невероятное открытие сделали британские ученые. Обнаружен новый очень редкий минерал сиреневого цвета. Встречается в виде маленьких кристаллов в месторождениях Китая и Шри-Ланки. Это драгоценный камень в миллион раз реже алмаза. Его называют тафитом. Хорошо. Так, а вот эту бумажку-то куда мне запихнуть? Вот сюда? А, отлично. Так, а чё? Типа, задвинуть не могу. Ладно. А, блокнот. Вот он, блокнот. Ручка. Где-то я ручку видел. Вот ручка у нас. Значит,
велосипедный шлем, и у нас остается всего лишь горшок с цветком. Замечательно, 19 предметов мы нашли. Енота не нашли, ё-моё. Так, ой, тут, блин, сложно будет, походу. Нам нужно снять книги с полки и поставить их на две другие, чтобы они поместились. Вы можете взять только те, что сверху. Ну? А как мне их? А, вот так вот. Блин, интересно. Так, подожди. Да подожди, а чё я пока... Вот, помещается же сюда, помещается. Нам надо по уровню все расставить. Так, пока... Да блин, а как тебе? Ай, неудобно. И чё теперь? Так. Дай-ка я тебе сюда пока положу. Тебя сюда. Блин, да что ж так неудобно-то сделано? Во. Так, сейчас мы разберемся сейчас. Так. Ага, и куда я такую большую книгу вставлю? Все, я понял. Надо вот эти две сначала убрать. Вставить вот сюда вот эту. Потом. Блин, она не влезает. Хотя она вот сюда может влезть. Вот сюда может. Вот, вот. Это вот сюда. Это вот сюда. Да блин, вставай. Во. Все, у нас все поместилось. Во, отлично, блин, офигеть, я справился. Я даже не ожидал, что смогу расставить. Так, ладно. Следующая локация. Что? Снаружи темно. Мы можем заблудиться. Ну, окей. Это все, что ты хотел сказать. Так. Ключи какие-то валяются. Пока их взять нельзя. Так. Бинокль мы взяли. Звонок. Так, кто-нибудь видит енота? Вот он, енот. Спираль. Ловушка. Леденец. Леденец вижу. Динамит. Дорожный знак. Ну вот он, дорожный знак, что я его взять не могу. Так, стул. Что такое стул у нас? Это у нас табуретка. Так, ладно, давайте сначала динамит возьмем. А тут у нас что? Вот она, табуреточка у нас. Голубь. Еще один знак. Ключи. Джокер. Джокера нашли. Баннер. Вот это баннер у нас. Кэт. Кто-нибудь тут видит вообще кошку? Вот я абсолютно не вижу сейчас кошку. О, лампочка. Лампочку надо... А куда? А, ее надо в фонарь. Вот так вот. О, Бэт. Летучая мышь. Пигеон. Пигеон это у нас голубь. Трап. Вот ловушки. Я тут... А, вот она ловушка. Офигеть, ее спрятали. Так, теперь осталось найти кошку и... Чего? Разводной ключ. Так, разводной ключ нашел. А вот кошку, кошку, кошку. Кто-нибудь видит вообще кошку тут? Вот я пока абсолютно не вижу, где она тут может быть. Надо внимательно смотреть. Блин, тут еще попробуй найди. Офигеть. А, вон она. Вон где кошечка у нас сидела. Хорошо, нашли ее. Ну, следующее задание каким у нас будет? Это ключ от гостиничного номера. Где ближайший отель? Так, все, ломимся, значит, в отель. И чего? Мы сейчас будем в отель что-то разыскивать. Ключ подходит к замку. Отличный вид с балкона. Так, и смотрим. Нам нужно найти три пули... Фонарный столб, бочка. Так. Хот-дог. Вот, пуля раз, пуля два. Тут у нас что? Гидрант. Фонарь. Велосипед. Лэптоп у нас.
Так. Пуля. Где-то еще одна пуля. Так, гармоника. Это что? Что такое гармоника? Я вот что-то... О, енота. Опять чуть не забыли. Так, смотрим. Конверт. Губная гармоника. А, гармоника — это губная гармошка. Так, что у нас тут? Вот лэптоп наш. Вот губная гармошка. И вот еще одна пуля. Так, носки. Взять фото. Используйте... Чего использовать? Так, флаг. Используйте твизер. А, пинцетом надо взять. Блин, охренеть. И дальше-то что? Он измеряет время. Кто измеряет время? Часы. Холодное оружие. Нож. А тут загадки. Очень простая еда. Хот-дог. Девайс световой. Ну, фонарик был. Ну, фонарик у нас был. Где он? А где фонарик-то? Я ж теперь не могу туда вот посмотреть. А, вот это... Большая птица. Чё? Большая хищная птица. Сову я не могу нажать. Вот она, орёл, наверное. Дальше что у нас идёт? Это у нас впитывающая ткань для протирки. Вот она. Это у нас какая-то... Типа полотенце что-то. Так, всё собрали. Это фото... нашего коллекционера. Возможно, преступник готовился к краже. Ну, явно готовился, если он украл такой, блин, самый дорогущий в мире камень. Ё-моё. Так. Мне тут, походу, сейчас придется очень сложно. Меняйте местами внешние серебряные пластины, пока они не совпадут с очертаниями внутренних цилиндров. Опа-па. А как менять? А. Так, подождите-ка. Вот. Тут сходится. Маленькое острое. Блин. А еще вверх снизом. А, охренеть, еще вверх снизом можно менять. Так, сходится. Дальше. Вот так, сходится. Ага. Так, нет, не сходится. Вот так сходится. Потом вот это вот сюда. Нет, нету. Нет, блин. Блин. Так, еще раз проверяем. Тут сходится, тут сходится. Тут тоже сходится. А вот тут вот так надо. Вот, отлично. И тут где-то, по-моему... Тут нам нужно два всего предмета. Во. Так, тут все сошлось. Теперь нам нужно вот тут все поменять. Так, это отлично у нас идет. Так, потом вот так вот. Дальше у нас идет, по-моему, вот так. Да, отлично. Тут. А вот тут не сходится. Тут. Опа, есть, все, нифига себе, мы справились. Я думал, будет намного сложнее, но головоломки не такие уж сложные. Все, погнали дальше, быстренько. Так, ну и что нам тут хотят сказать? Трудно было открыть двери, это необычный безопасный замок. Так, так и ищем. Китайская ваза, сабля, крыса. Так, а что нам? Так, бронзовый, яйцо Фаберже, бронзовый, какую-то фигню еще надо. Так, крыса, яйцо Фабер, фотоаппарат пока не могу взять. Но тут, блин, некоторые предметы выделяются. Так, о, енотика сразу взяли, книга, оружие, тотем. А какой из них тотем? Яйцо Фаберже, тут тотемов-то, блин, может быть, да... Вот он, тотем, видимо, вот это большой. Так, что тут у нас? Колокольчик, все ли? Акс. Акс — это у нас топор.
насколько я помню. Так, вот он, топор. Так, золотой шлем. Не вижу я золотого шлема. Так, а что мы тут можем взять? Что у нас? А, у нас лэптоп, ангел, бронзовый подсвечник, рисование какое-то. Так, золотой шлем. Кто-нибудь видит золотой шлем? Используйте нож. Что, картину разрезать? Да ладно. И? Бронзовый подсвечник. А, во, нифига себе. Так. Так, тоже использовать нож. Вот, золотой шлем мы нашли. Лэптоп нашли. Ангела нашли. И бронзовый подсвечник 3 штуки. Раз подсвечник, два подсвечник, три подсвечник. Все. С этим мы справились. Найдите 10 химических элементов. Раз, два. И H2O тоже 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, енот, 9. Ну, H2O это тоже предмет же, химический элемент. Микроскоп, таймер, кендл, кендл, свеча, так, что у нас тут есть? Бутылочки какие, перчатки, отлично. Свечу нашли. Дальше, что нам еще тут нужно? Настольный вентилятор, весы, кактус, ножницы, молекулярная модель. Вот молекулярная модель. Огнетушитель. Так, H2O. И куда этот H2O деть надо? Вот, вот сюда налить, нифига себе. Так, какая-то бумажка вылезла. А, что мы еще тут не... Вот тут что-то мы не посмотрели в этом шкафу. О, а, нифига себе, такие весы. Ножницы. Ножницы, ножницы. Нашел. Кактус. Весы. Радиационный знак. Есть. Термометр. Так, вот там еще что-то у нас есть. Калькулятор, все. Так, и вот это еще вот этот предмет. Я не знаю, что это такое, где его искать. Если бы я знал, что это... Ай, блин! Нечаянно нажал на сову по глупости. Ладно. Лампа. Все, осталось тупо лампу. Нечаянно, не хотел нажимать я. Но, к сожалению, получилось. Ладно. Смотрим. Теперь ясно, Безликий украл статуэтку, пытаясь искусственно создать те же самые минералы в лаборатории. А, вот он что хотел. Он, короче, искусственный такой же редкий камень хотел сделать. Ё-моё. Вот тут я, походу, сейчас и заткнусь. Установите уровень жидкости до указанной отметки на каждом цилиндре, нажимая на кнопку со стрелками. А я же не знаю. Я же не знаю, как что нужно. Какой уровень-то? Да. А, ну понятно, тут 6 и 1. А, 6 и 5, что ли? 6. Блин, подождите-ка. Так, 5. 6. Нифига себе, ну-ка. 6. 1. 5. Окей. Так, 4, 3, 1. Good. Так. 7. 8. 5. Замечательно. Короче, нельзя превышать просто. Вверх 7. 5. 2. Блин, это тоже легко. Так. Получается 5. Раз. Блин, 3 превысим сейчас. Нет. Все. Блин, справились, охренеть. Я-то думал, тут что-то сложное. Оказалось, что просто нельзя превышать. Так, ай, блин, мы вот тут енота не нашли. Нам не засчитался этот уровень гребаный. Где этот енот? Вот где он прячется?
Кто-нибудь видит тут енота? Ладно, давайте все сначала соберем значки. Блин, а где ж я енот-то упустил? Я его тут и не вижу вообще. Или мне не засчитали только из-за того, что... Так, химический элемент, подождите, я еще один не нашел. Во. Или мне не засчитали только из-за того, что... Я типа... Не это... Так, тут перчатки взяли. Нет, подождите, тут енот-то же где-то должен стоять. Он же на, типа на каждом уровне, что ли? Так. Градусник. Блин, еще не все предметы всегда могу. Так, кактус появился. Таймер. Во, теперь могу вот эту фигню. Блин, у меня такое ощущение, что только что... Опа. О. О. Я все-таки... Надо было дополнительный предмет взять, да? Так, вот эту фигню, насколько я помню, нужно. Химический термометр. Так, тут вот эту фигню берем. Дальше. Вот это. Вот это. Молекулярная модель. Лампа. Таймер. И микроскоп. Блин, ну тут нет енота. Тут реально нет енота. Блин, 6, 7, так, 4, 3, 1, 4, 3, 1, в смысле, 3, а чё это теперь не работает, подождите-ка. 4. 4. А, ну ладно. 7. 8. Так. 7. Минус 5. И 2. Так, 5. 3. 2. Все. Это быстренько прям прошли. Я охренею сейчас, если мне опять не засчитают этот уровень. О, засчитали. Все, у нас осталось два уровня, ребят. Так, ну что? Что там нам дальше говорят? Он жив, просто вырублен. Вероятно, Безликий получил информацию и решил убить свидетеля. Так, сразу еноты берем. Смотрим, что у нас тут. Вижу карту, выделяются часы. А дальше вот тут что-то выделяется. Отвертка. Нет, нифига. Знак. Там был знак. Рупор. Так, давайте смотреть. Шоул. Лопата. Знак выхода. Стрела. Стрела. Кто-нибудь видит вообще стрелу тут? Я, по-моему, ни одной не вижу. Мусорная корзина. Глассес. Это у нас очки, типа. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот, очки как раз. Джек. А что такое Джек? Это имя или у нас... Так, ладно. Стрела, Джек, автомат по продаже кофе, есть канистра, есть отвертка. Отвертку пока не вижу. Крышка, вентиляционный. Так, карту взял, Джек, лайтинг. Так, тут у нас что? Вот отвертка у нас как раз. Знак молнии. Помочь человеку. Используйте аптечку. А у меня нет аптечки. Вот аптечка. Так, давайте поможем. Во, на шатырке дали ему понюхать. Во, он очнулся. Букву Д. А, буква Д. А где тут букву Д? Так, ладно. Мне нужно две стрелки найти. Антенну, крышка вентиляционной шахты или что-то такое. И Джек. Так, ну антенну вижу. А, буква Д. Ну вот я на букву Д. Так, а тут что-то сложнее. А, во, Д. Нашел. Джек. Джек это у нас под этот... Домкрат был? Крышка вентиляции. Вот она.
и две стрелки. Стрелка раз и... Блин, покажите, вон еще за спиной у чувака стрелка. Все. Этот уровень у нас пройден. Ну, дальше, что нам говорят тут. Ученый сказал, что Безликий направляется к пристани. Его лодка там, мы идем туда сейчас же. Давай за ним. Не упустим его, вот он. Это Безликий, мы должны его поймать. Он хочет убежать. Серьезно, блин? Конечно, хочет. Кто будет оставаться, когда его хотят поймать? Смотри, он несет сумку, мы должны взять его. Статуэтка должна быть там, не отпусти его. Так, скуб. Что такое скуба? Так, флаг, чего? Подводное плавание. Скуба — это какая-то фигня для подводного плавания. Молоток, гарпун, ласта для ног. Так, енота берем. Эту фигню. Тут у нас что есть? Молоток. Так, кастет запомним, что там был. Фут фин. Это у нас ласты, по-моему. Фут фин. Нет, да. Все правильно. Так, теперь весло, флаг, ведро, два молотка, гарпун. Спиннинговая катушка, флаг, гарпун, кастет. Нет, кастет не можем взять, но что-то другое можем взять. Так, молоток. Раз. Нет, краба не можем взять. Так, где еще один молоток? Где еще один гребаный молоток? Безликого. Сейчас мы его поймаем. Так, весло взяли. Бакет. Это у нас корзина. Моустрап. Ловушка. Хаммер. Кувалда. Ну-ка. Что тут еще? Кастет у нас остался, да? Хосе. Что такое хосе? Так, шланг. Круг жизни. Спасательный круг. Понятно. Шланг. Кувалда нам, у нас осталась, получается. И корзина. Вот корзины я тут в упор не... А, вот корзина, блин. И молоток еще один нашли. Все. Так, отнять сумку. Все? Статуэтка быка. Статуэтка быка. Все? То есть надо было просто забрать его во втором уровне? И он сваливает. Эй, чувак, ты куда уезжаешь-то? Блин, он взял и уехал. Ну что ты будешь делать? Так, мы смогли вернуть статуэтку Джина Грасса, но Безликий сбежал. Он очень хитрый и опытный. Ну, да, он такой. Мы сделали все возможное. Оставь Безликого полиции. Я уверена, мы еще о нем услышим. Разберемся в следующий раз с ним. Ох, спасибо, детективы. Вы вернули мне самый дорогой предмет из моей коллекции. Отличная работа. Вы заслужили мою самую высокую рекомендацию. Да денег лучше дай, чувак. Рекомендации? Спасибо, сэр. Это было не так уж просто. Безликий опытный грабитель. Я думаю, он появится в криминальных сводках. Мы были рады вам помочь. Спасибо тебе, Аманда. Это был интересный случай. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с тобой. Детективное агентство «Серый галстук». Так, ты лучший детектив. И что такое? Вы раскрыли преступление на $1 000 000. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новыми приключениями детективное агентство «Серый галстук 2». Кстати, игра уже вышла, и не знаю, если разработчик пришлет мне вторую часть, обязательно поиграем. Так, ну и чё? Тут появились дополнительные бонусные игры. Ну, думаю, это уже вам не особо будет интересно. Так что я это, видимо, пройду сам. А на этом сегодня все, ребят. Мы завершили прохождение этой игры. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, напишите какой-нибудь комментарий. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.